Две примерно до обеда кастрюли. И кастрюли 3-4 вечером. Вот такие кастрюльками пользуются каждый день. Старуха 80 лет. В таких условиях пожилая женщина и все жители 12-го дома на Туманово живут уже почти полтора месяца. После планового отключения 22 июня жителям обещали вернуть воду к 5 июля. Но воды до сих пор нет. Начиная с 6 июля соседи дома все звонят и в управляющую компанию, и в ТГК-2. Насчет того, что у нас нет горячей воды, что из горячего крана течет холодная вода. ТГК-2 отправляет нас в управляющую компанию отправляет нас в ТГК-2. Никто на себя ответственность не берет. То есть, что делать, мы уже не знаем. Сигнал о помощи прислали на Первый Ярославский. Сами организовали общедомовое собрание и пригласили управляющую компанию. Коммунальщики уверяют, с их стороны нарушений нет. Дело в том, что здесь в районе проходили гидравлические испытания, и после гидравлических испытаний на трассах энергосбыта образовалась новая авария. В свою очередь, руководство ресурсоснабжающей компании с нами согласились пообщаться только по телефону и заверили, проблему решат в ближайшее время. Туманово 12, запуск сетей после вторых гидроиспытаний был 28 июля. Соответственно, 28 июля мы узнали о дефекте на водоводе. Завтра земляные работы и гарантированно 4 числа у жителей будет вода, может быть, даже 3-го. Первый Ярославский будет держать ситуацию на контроле. Виктория Семенкова, Денис Ромашов. День в событиях.